Всем привет! 132-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 28 июня. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через несколько дней. Если вы ждете новые серии, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Баран и Дилан проводят много времени вместе, как будто прощаются перед разводом. Но ни один из них не хочет расставаться. Баран пригласил Дилан на романтический пикник на природе, где они насладились тишиной и красотой природы, а также общением. Перед этим Кадер дала Дилан совет, что если она хочет развестись с Бараном, то пускай сначала честно скажет, что у нее на сердце, и только тогда принимает это жизненно важное решение. В это же время Керем дал похожий совет Барану. Он сказал, чтобы тот не разводился, потому что вскоре он очень сильно пожалеет об этом. Теперь дело осталось за малым, Барану и Дилан нужно набраться смелости и признаться в своих чувствах, пока не стало слишком поздно. Если они продолжат молчать, то потеряют друг друга навсегда. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.